Ну вот и все. Вот и все, закончился сезон, наверное. Глаза режет. Как это растению? Не знаю. Все. Так, немножко проветрил. На улице минус 3, наверное, где-то. Минус 2, минус 3. Ветер бешеный. Ветер бешеный. Открывал все форточки. Закрыл, вроде все нормально. Но помидорки, теперь интересно, как они себя проявят. Что тут намечается вообще. Так, а кошак, кошак, вот он тут, кошак рыгал. Мерс, ты чё тут? Кошак вон порыгал уже. Выходи отсюда. Сейчас я его за шкварник вытащу отсюда. В общем, как получилось. Вот она горит. Бестолковая тоже, блин, греет плохо. Ну, из-за тепловентилятора ее не греют. Охлаждают ее. Так, дым стоит. Что делать? Обработать водичкой поверху с аминокислотами. А смысл растворять эту гадость? Опять же, не растворять, а... Не знаю, сейчас, наверное, буду прыскать. Вот она. Ветер бешеный. Второй слой пленки отдувается очень сильно. Получается, где-то с часик эта штука была выключена. Бенасов. И вот она его просто взяла и выключила. Пленка вырвала. Да, давление сильное. Она была просто так включена, вот так чик. Я думал, как хорошо, пристегнул пленку. Ага. Она просто взяла и сейчас буду привязывать. Так, чем же это все закончится? Ну, я, глаза меня щемило. Щипало глаза. Да и сейчас такой неприятный. Да. Ну что, все, сезон окончен или нет? Так, в теплице холодно, горелка слабенькая. Купил я пеллет на 100 штук, лучше бы дров 3 КАМАЗа взял. И топил бы нормально, все бы поддерживалось. Пеллета греть не хочет. Ну все, я приплыл. Или нет. Так, Мэтс, сейчас я тебя отсюда выкину. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, наверное, буду разводить опрыскиватель, да, проливать их по листу. Смягчать ожог. Да. В течение ночи это видео выложу. Что скажет народ, хана ему или нет помидору? У кого как было. Да, глаза щипит. Труба, а это обратка, подача горячая, это датчик на тепловентилятор, вот этот. Так, ладно, все,
Ну, теперь, дай бог, они к этому привыкшие. И никак они не отреагируют. Сейчас подумаю, прыскать, не прыскать. С аминокислотами и водичкой по листу. Все, всем спокойной ночи. Так, дошел до намеченной цели. Время 9:30. Что здесь не выключился? Надо привязывать. Ну ладно. Контрольный, так сказать. Дым уже иссяк. О, боже.